стреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочке глаза. «Чулочки тоже?» И смятением эсэсовец объят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. И снова взгляд светился детский, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятении смутном произнес, овеянный невольной дрожью. «Нет, он убить ее не сможет!» Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. «Солдат! Солдат! А если бы дочка твоя вот так вот здесь легла? И это маленькое сердце пробито болью твоей. Ты человек, не просто нет. Ты страшный зверь среди людей». Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. «Чулочки, дядя, тоже снять?» Хотят ли русские войны? Спросите его у тишины над черепашей и полей, и у берез, и тополей. Спросите его у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны? Не только за свою сторону солдаты гибли в ту войну, чтобы люди всей земли спокойно видеть не могли. Пожалуй, с листьев и афиш, ты спишь, милый, ты спишь, полежь. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Простите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Шел грозный бой за хутор Перекопку. Земля горела, плавилась броня, мы задыхались в узеньких окопах, и не было спасения от огня. Ревела рама, хвост свой опуская, и груз смертельный сыпался на нас. Мы, затаив дыхание, замирая, молились Богу, как в последний раз. С рассветом начинала бить Катюша, громить и гнать врага с родной земли. Ей отвечал со злобой Ванюша, но взять реванш фашисты не смогли. Атаки продолжались бесконечно, и с нашей, и с фашистской стороны сражения те запомнятся навечно. Страшнее горе нет, чем ужасы войны. В окопах, сжавшись в ком, прильнув спиной друг к дружке, сидели женщины, старушки, пацаны, и по глотку воды все пили с ржавой кружки, деля на всех. Таков закон войны. Совсем недалеко от нас горела ферма. Истошный рев животных нам сердце надрывал. От взрыва бомб погибла вся семья мгновенно, а гнев и боль в нас ярость поднимал. По всем дворам каратели ходили, держа свой автомат наперевес, но мы у них пощады не просили и с мужеством несли свой тяжкий крест. И вот в один из дней короткой передышки, с собою прихватив трофейный автомат, бежали к Дону пятиклассники, мальчишки, бежали в лес с фашистом воевать. Вмиг стали взрослыми и, испытав мучения, горели гневом детские сердца. Они не думали, что могут стать мишенью, решили бить фашистов до конца. Их тут же всех каратели схватили и на детей, нацелив автомат, погнали в школу. На замок закрыли, чтоб утром всех мальчишек расстрелять. И шли они, совсем еще детишки, от ужаса глазенки в пол лица шагали наши смелые мальчишки походкой детской с отвагой бойца.
груди бы матери своей прижаться близко, им во дворе бы в салочки играть, а утречком гурьбою голосистой на речку с удочкой на зорьке побежать. Но нет, сложилось в жизни нашей все иначе, мы не должны в неволе умирать. Отцы ушли на фронт, сестренки, мамы плачут, ведь кто-то должен родину спасать. Здесь ни минуты зря терять не надо, и нечего раздумывать, гадать, решила для себя учительница Надя, детей из школы надо вызволять. И, взяв топор, пробравшись ночью к школе, рискуя жизнью, начала стучать, чтоб вызволить мальчишек из неволи, скорее действовать, пробои выбивать. Услышав в школе шум, сорвав с нее одежду, вмиг приведя к готовности затвор, враги хотели расстрелять Надежду, но, передумав, бросили на пол. И тут один из мальчиков заплакал. «Да ты не бойся, Ваня, не страшись! Ты слышишь, бьют по немцам автоматы, это нам они спасают жизнь». Так и сидели до утра мальчишки, обняв ручонками учительку свою. «Неужто ли нам конец? Да что вы, вот трусишки, хотите, я вам песенку спою?» Когда забрежил первый луч, пугая своим зловещим ожиданием всех, «Смотри, Ванюш, Ивановна седая, а голова у ней, как первый белый снег». Вдруг с грохотом рванули дверь снаружи. «Есть кто живой? Откликнитесь, свои!» «Ванятка, Ванечка и Толик, и Сережа, неужто ли мы от смерти спасены?» В дверях стоял боец наш, улыбаясь. «Эх, черт возьми!» И все же успели мы, и плакали мальчишки, и смеялись от радости такой, что все живы. Прошла война, другая жизнь настала, цветут сады, черемуха бела. Но не забудем, как детей спасала седая девушка из нашего села. Зное заводы, дома, вокзал, пыль на крутом берегу. Голос отчизны ему сказал: «Город не сдай врагу, верный присяге». Русский солдат, он защищал Сталинград. Гулко катился в кровавой мгле, сотый атаки вал. Злой и упрямый, по грудь в земле, насмерть солдат стоял. Знал он, что нет дороги назад, он защищал Сталинград. 100 пикировщиков выли над ним в небе, как огненный змей. Он не покинул окопа, храним верностью русской своей. Меж обгорелых черных громад он защищал Сталинград. Танк на него надвигался, рыча, мукой и смертью грозил. Он, затаившись в канаве, с плеча танки гранаты разил. Пуля за пулю, снаряд за снаряд, он защищал Сталинград. Смерть подступала к нему в упор, сталью хлестала тьма. Артиллерист, пехотинец, сапер, он не сошел с ума. Что ему пламя гиены? Ад! Он защищал Сталинград. Просто солдат, лейтенант, генерал, рос он в страде боевой. Там, где в огне умирает металл, он проходил живой. 100 изнурительных дней подряд он защищал Сталинград. Время придет, рассеется дым, смолкнет военный гром. Шапку снимая при встрече с ним, скажет народ о нем: это железный русский солдат, он защищал Сталинград. На самом шумном перекрестке у входа в город Сталинград стоят каштаны и березки. И ели стройные стоят, как нищий ты их не встретишь в лесах за вышкой страны. И говорят, деревья эти издалека принесены. А было так. Война когда-то была на Волжском берегу. На перекрестке 3 солдата сидели рядом с ними. Стоял январь, и ветер хлесткий поземку в кольца завивал. Грел костер на перекрестке, солдатам руки согревал.
что будет бой, солдаты знали. Перед боем с полчаса они, наверное, вспоминали свои далекие леса. Потом был бой. И три солдата навек остались на снегу, но перекресток Сталинграда они не отдали врагу. И вот теперь на перекрестке, на месте гибели солдат, стоят каштаны и березки. И ели стройные стоят, шумят нездешними листами, дождем умытые с утра, и обжигают нашу память огнем солдатского костра. Старушка-мать собралась на войну. Нужнее я там, в окопах, в медсанбате. Ей хочется спасти жизнь не одну, в дань памяти о сыне, о солдате. Она обтерла мокрое лицо от слез, что нынче сердце истомили, и за икону спрятала кольцо, которое ей сын с невесткой подарили. Взяла котомку, старенький бушлат, ружье в сарае раньше, что висело, и фотографию, где сын ее, солдат, смеется и вышагивает смело. Перекрестившись, за порог зашла. Не поминайте, люди, лихом, я за сына. Война, ты у нее ребенка отняла. В бессмертие уходит мать за сыном. Коченеют руки, коченеют ноги. Мы сидим в окопе, да и ждем тревоги. А рассвет встает уж кровью обогренный. Лишь бы не последний и весны зеленой, мы смогли дождаться с теплыми ветрами. А пока примерзли прямо с сапогами в раненую землю, что родная с детства. Только победить бы можно и согреться. Будем бить без зверя. Нет иной дороги, в это только верю. Это путь для многих, лишь бы не последний, и смогли вернуться, только бы успели вовремя нагнуться. Морозным утром февраля пылала красная заря. Колючий ветер на простор, беснуясь, рвался синих гор. И шла война, уж третий год, солдаты с гор пошли вперед. Мелькали серые шинели под вой снарядов и шрапнеля. Бой начался атаку с утра, и в Северской на улицах ура! Бойцы неистово кричали, и станицы немцев гнали. Все больше утихала канонада, разрывы мин, гранат, снарядов. Повержен был заклятый враг, и гордо взвился красный флаг. Его подняли воины-солдаты над уцелевшей старой хатой, и все в станице ликовали, солдат повсюду обнимали. Прошло 8 десятков лет, тем, кто погиб, забвенья нет. Стоит солдат на пьедестале, чтоб подвига его не забывали, чтоб дорог был он нам и свят победы наших воинов-солдат.